26 и 28 апреля Саровский драматический театр приглашает горожан старше 12 лет на театральный урок мужества «Ласточки Победы». Начало в 18:00, а 27 апреля в 18:00 на сцене спектакль «Охота жить» по рассказам Шукшина для лиц старше 16 лет. 27 и 28 апреля в 11:00 в театре покажут сказки для малышей про Пэтсона и Финдуса и котенок по имени Гав. Приобрести билеты на все спектакли можно по пушкинской карте. Для маленьких зрителей 27 и 28 апреля в 11:00 и 16:00 откроют свои двери театр «Кукол Кузнечик». Там покажут спектакль «Айда, братец кролик». Спектакль рекомендован к просмотру детям с 4 лет. Городской музей приглашает на выставку «Стремление» Марии Егоровой и Софии Погудиной. В экспозиции представлена живопись и керамика. В выходные в художественной галерее пройдет экскурсия по выставке «Русский замок. Кузнечная летопись», а также можно посмотреть выставки «Весенний день» и «Весенние деньки». Музей народной игрушки 27 апреля в 11:00 приглашает на семейную творческую мастерскую «Подарки в Пасхе. Роспись по дереву» для лиц старше 3 лет, а в 14:00 приглашаются гости старше 10 лет на вязание крючком. Дом молодежи 27 апреля приглашает всех желающих старше 18 лет на гастрольный концерт группы «Мамульки Бэнд». Сочетание клавишных, баяна, духовых и мощные ритм-секции отработано в самых лучших традициях и украшено русскими народными инструментами – гуслями и балалайкой. 27 апреля в молодежном центре состоится акция помощи животным приюта «Мурдом», а 28 апреля там пройдет гала-концерт «Зажигай» межрегионального инклюзивного фестиваля «В ритме равных». Центр внешкольной работы приглашает 27 апреля на соревнования по футболу «Кожаный мяч», который пройдет на среднем поле стадиона «ИКАР». Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать друзьям и коллегам, как здорово вы отдохнули в выходные.